Я просто через видоискатель смотрю. Я говорю, какой вход слалом был вообще суперский. Вход слалом, как она дошла его до конца. Слушай, а вот мой вариант прохождения слалом, он идеальный. Потому что я загораживаю вход в тоннель. Собаки, ты заметила? Задницы загородила. Да, я тоже так пойду, кстати. Я тоже так пойду, я буду доходить и повернуться передом к нему. И буду загораживать тот тоннель задом. А потом... Что, штаны, да? Нет, там... Ай-яй-яй, упал. Ты виноват.